для того, чтобы распространить главную суть религии – это любовь к Богу. И вот именно по этой причине Господь Чайтанья считается самым милостивым воплощением. Танцуйте, кушайте просад, просто будьте счастливы. И все наше существование в таком смысле наполнится смыслом.
пожалуйста, не забывайте, что Господь Читания очень милостив. Он может проявиться через любого преданного. И Он обязательно, если мы искренне, отдарит нас любовью. Шри Читания Махапрабху ки джай. Шри Прабхупада.